Горехвостка подергивает ярким хвостом, после чего ненадолго замирает, создается ощущение, что хвост птицы горит. Отсюда и название горехвостка. Горехвостки относятся к категории моногамных птиц, то есть семейная пара формируется на многие годы. Обустраивают гнезда рядом с человеком. Складки, как правило, 4-8 яиц ярко-голубого цвета. Высиживает потомство преимущественно самка около 15 дней. 13-15 дней вылупившиеся птенцы находятся в гнезде. Когда взрослая птица, накормив прожорливых детей, улетала за пропитанием, она уносила в клюве помет. Интересно было наблюдать, как птенцы, услышав какой-то шум, рядом прекращали чирикать и как по команде опускали на дно гнезда головы. Родители приносили корм птенцам каждые 15-20 минут, начиная с 4 утра до 22 часов. В день первого полета птенцы стали постепенно покидать гнездо. Самка прилетела около 4 утра и как будто инструктировала молодых птиц. Днем вылетели 3 наиболее подготовленных птенца и примерно через 2 часа после них 2 оставшихся. Трогательно было наблюдать после того, как вылетел последний птенец, самка прилетела и простилась с гнездом. После вылета молодых птиц в течение недели их еще сопровождают и кормят родители, а потом выводок начинает жить самостоятельно. В добрый путь, горехвостята!